Меня зовут Бережная Ксения, мне 20 лет. Скажи, кто дольше живет, спортсмен или алкоголик? Алкоголик. Меня зовут Елфимова Татьяна, мне 19 лет. Хорошо, но на патриотические вопросы готовы отвечать, нет? Сколько людей погибло, сколько солдат погибло в Сталинградской битве? Около, возможно, 3 миллионов, даже больше. Меня зовут Рамазан Аниса, мне 25 лет. Хорошо. Волгоград, порт Пяти морей. Назовите где моря. Айвазовская, запомните. Меня зовут Самохина Ангелина, я студентка ВАГУ, модель и просто хороший человек. Скажи, сейчас вот на планете Земля какое время года? В России лет, этого достаточно. Меня зовут Семенюк Мария, мне 28 лет. Что сейчас на планете Земля? Лето. Я понял, сейчас на всей планете Земля лето? Сейчас, да, на всей планете Земля лето. Но сейчас на всей планете Земля лето, да? Да. Спасибо. Меня зовут Виолетта Тихонова, мне 19 лет. Какое время года сейчас на планете? Сейчас на планете Земля лето или что? В Волгограде лето, смотря с какой стороны посмотреть. А где сейчас? А где зима сейчас или как? Смотря с какой стороны. Еще раз я спрашиваю, сейчас на планете Земля где-то есть зима или нет? Это все относительно. Слушай, ты на наши депутаты отвечаешь. Я дизайнер интерьера. Я человек творческий. Сейчас на всей Земле лето или зима? Нет, только в южном в северном полушарии лето, а в южном зима. Браво. Браво. Меня зовут Торгашова Юля, мне 19 лет. И... Так, Волгоград, порт Пяти морей. Давай, перечисляйте моря. Каспийская. Раз. Черная. Два. Азовская. Три. Ну еще, ну хоть какая? Белая. Белая. Да это просто кто-то не попросил, белая. Браво. И последняя. Пятая. Балтийская. Браво. Есть. А вот и смены, друзья, наши участницы по одной работе. Да? Меня зовут Чижова Жанна. Я родилась 18 ноября. Мой знак зодиака Скорпион. А вот, кто же там вот перед входом на Красную площадь стоит на стременах? Жуков. Браво. Хорошо. Давай все-таки, раз мы Второй мировой войне случайно словились, то есть вот давай, кто с кем воевал? Ну, мы с немцами понятно. Наши с врагами. Наши с врагами. Врагов перечисляй. Немцы, там, наверное, поляки, кто там, Япония. Против нас были Штаты. Штаты, понятно. Штаты всегда были козлы. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, Чижова Жанна, номер 9.